супружеские отношения зашли в тупик. И вы в рамках этих супружеских отношений находитесь в дискуссии. Вот, значит, это что такое? Это вы обвиняете друг друга, кто, чего, кому и как, значит, и когда. Значит, это все чревато побоями, вот, и всякими прочими неприятными историями. Вот. И а в чем проблема-то? Вы что решаете? Что кто-то кому-то додал или не додал? Да? То есть я для тебя все, а ты мне ничего, да? Я тебе как с человеком, а ты как свинья, да? Вот что обсуждается, то это вы решаете один вопрос. Если вы решаете вопрос, разводиться или не разводиться, это другой вопрос. Если вы решаете вопрос, как вам улучшить ситуацию, это третий вопрос. То потенциально даже парнокопытного можно, так сказать, по крайней мере, сделать барашка, это сожарить.